На обходе Железногорска скоро начнется ремонт. Дорожники обновят 6 километров дороги. Об этом участке, а также о других работах в разгар летнего ремонтного сезона поговорим с гостем. У нас в студии заместитель министра транспорта края Дмитрий Зотин. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. А давайте вот Железногорска, да, что это за объект, когда начнете и чего ждать автомобилистам? Объект переходящий. Всего к ремонту запланировано 6 километров асфальтобетонного покрытия. Значит, у нас в этом году дорожники заменят 1 километр. Это самый проблемный участок, который находится около 3-го КПП. По нему больше всего жалоб поступает. В следующем году дорожники заменят еще 5 километров. Все работы будут проводиться без перекрытия движения. То есть движение будет перекрываться там частично. Только на одну полосу с организацией реверсивного движения. Поэтому объект в работе, никаких рисков срыва нет. То есть начнут уже вот-вот? Да. А если говорить про ближайшие к Красноярску, какие еще объекты у нас из важных? Ну, всего в пригороде хочу отметить 5 объектов. Первый объект я уже с вами проговорили, это Железногорск. Второй у нас объект это ремонт капитальной трассы Красноярск-Енисейск. Тоже довольно проблемный участок, который у нас стоит на особом контроле ввиду того, что много обращений от автомобилистов. Есть это участок от границы города Красноярска до федеральной трассы Р-255 Сибирь. Этот объект уже у нас сделан, то есть ремонтные работы выполнены. Подрядчик с опережением сроков выполнил все работы качественно. И следующий объект у нас тоже в Мирянском районе – это Частоостровская-Барабаново. Там участок тоже было обновлено, покрытие щебеночное. Тоже подрядчик, хотел бы отметить его оперативную качественную работу, полностью обновил покрытие щебеночное переходного типа, завершив работы раньше, да, работы раньше срока. Вот два объекта еще в Березовском районе у нас. Это вот 5 объектов в пригороде. Если говорить про большие стройки у нас, что сейчас идет и нет ли пока каких-то опасений по срокам? Большие стройки, которые у нас на слуху, мы постоянно говорим уже о трассе Красноярская Элита. Вкратце напомню, что в прошлом году было сдано 2 этапа. То есть первый этап это около мясокомбината, 4-й этап это около самого поселка Элита. Был там Т-образный так называемый перекресток, который был после реконструкции переведен в очень качественную развязку, которая исключает пересечение, конфликтность потоков. Сейчас у нас дорожники занимаются вторым этапом, реконструкция второго этапа. Это как раз там, где перекресток на Минина и Бугачева. В рамках второго этапа предполагается возведение пешеходного перехода надземного и, соответственно, тоже устройство развязки. В этом также году мы уже запустили торги третьего этапа Красноярская Элита. То есть в 2025 году мы ожидаем вот объект в эксплуатацию. Что еще хотел бы отметить? У нас недавно на объекте был временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Михайлович Котюков. Лично осмотрел ход работ, нам дал поручение все сделать для того, чтобы было ускорение работ. И сейчас мы с подрядчиком и заказчиком прорабатываем как раз ускоренные графики для того, чтобы всю физику сделать до конца года по второму этапу. Также будем вести работу над тем, чтобы ускорять ход работ и над третьим этапом тоже, чтобы обеспечить более ранний ввод в эксплуатацию, чтобы все те автомобилисты, кто пользуется данной автодорогой, могли как можно быстрее почувствовать полный эффект от комплексного ввода объекта в эксплуатацию. Вкратце напомню параметры, которые будут после реконструкции данной дороги, то есть это 4 полосы с разделением потока, это развязки, о которых я уже говорил, то есть исключающие пересечение потоков, ну и, соответственно, пешеходный надземный переход, там, где второй этап. Дмитрий Владимирович, не могу не сказать, что вот говоря о больших, да, объектах, мы уже и журналистами несколько раз были на строительстве моста Высокогорского. Что там сейчас, сколько готовность уже? Мы на финишной прямой. Недавно прошли испытания, был тестовый пропуск больших грузовых автомобилей, и замеры все уже были сделаны специалистами, поэтому мы ожидаем в конце августа открытия, более точную дату открытия мы опубликуем, объявим. Мост, конечно, это ключевой объект для развития Приангарья, он свяжет два берега Енисея в таких северных наших территориях.
даст доступ со стороны левого берега к дороге Енисейск-Высокогорский. То есть это будет транспортная доступность до севера Енисейска, по сути. Там тоже у нас есть мероприятия по ремонту определенных участков дороги. Также смотрим мы в сторону Мотыгина. В настоящее время готовится проектная документация на строительство дороги от моста до поселка Мотыгина. На два этапа разбита будет дорога. Первый этап до поселка Татарка, второй этап от Татарки до Мотыгина. Ну, как я уже говорил, мост ключевой объект, который даст очень большой, сильный стимул развития Приангария, связав два берега Енисея. Дмитрий Вадимович, у нас и вот этот мост, в том числе, еще несколько объектов строятся по нацпроекту. Как в этом году с финансированием? 8,3 миллиарда предусмотрено в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». У нас финансирование в Красноярском крае. Значит, вкратце хотел бы отметить, что все мероприятия, которые у нас входят в нацпроект, это и мероприятия по ремонту, реконструкции, капремонту дорожного покрытия, и мероприятия по установке в комплексах фото-видеофиксации правонарушения. То есть весь комплекс мероприятий, которые позволят обеспечить качественные дороги, а также соблюдение правил дорожного движения, чтобы снизить риск травматизма и дорожно-транспортных происшествий. И в конце еще уточню. Какие-то, может быть, моменты, все ли по графику, или есть что-то, за что переживаете, за какой-то объект? Нет, все объекты идут в графике, реализация всех объектов идет строго в соответствии с графиками, рисков никаких у нас нет. На постоянном контроле выполнение нацпроектов находится как в министерстве, так и на всех уровнях правительства края. Будем надеяться, все получится. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в гости. А у нас в студии был заместитель министра транспорта края Дмитрий Зотин.